Ну, в какой ситуации мужчина может терять сознание, когда видит красивую девушку? Ну, я даже не, я не знаю, реально, нет идей. Что-то Ну. болеет чем-то, может быть. Не рассказывай им Не знаю, может, это. девушка-боксер. Не буду. Не в девушке дело, если что. Ну. Типа, да, этот кровь уходит Наверное. вся, да? Что? Кровь типа уходит вся. Ну да. Блин, спасибо, что догадался. Звук. Он У один у меня тебя. чел. Ты Я сделаешь его. понимаю. Давай. Я знаю, что я сделаю. Изи. Изи. Слышите, СВшник? Я в тебя больше верить не буду, если будешь пользоваться. Мат, это плохо, шаман. Вот зачем ты материшься, скажи? Ты что, матершинник? Я так чувствую. Мат, это плохо, блин, сказал Игнат. А где его друг? У него три друга. Игнат все еще в дуо играет просто. Я по скалам иду. Давай, давай. Я прям по центру. Так, надо будет мужикам потом тоже объяснить. Что объяснить? Про то, что кровь отходит. У меня сообщение в чате. Это уже не шутка, а загадка получилась. Я вот согласен. Так, а где? Вот именно, меня это пугает, что их нету. Это низ надо смотреть. Либо сверху крысит, Но либо не тут что-то не лутано, как будто бы вообще. Лутано, лутано перед нами. Передо мной лутано было. Не дай бог, где-то сидит просто. По-любому сидят. А как еще-то? Конечно, сидят. Во-первых, очень сильно испугаюсь. Не, слушайте, что-то... Вот, конечно. С забором. Хорош. Одного-то видно. Я на крышу прыгаю. Он кого-то дёру хотел дать. Слушайте, а вы точно этот видели? Да, да. Вот, да? Точно было много людей, да. Пойдем дальше. Давай. Я смотрю, вот дальше никого не вижу. Мне кажется, мы не тщательно проверили вверх. Ну, мы низ вообще не посмотрели, например, низ. Мне кажется, он у меня. Я чувствую уже. Он где-то здесь. Гараже сейчас сидит по-любому, наверное. Мне кажется, они убежали, потому что я хотел убежать. Угу. Да, конечно, у нас дропы. Гоу. Тачка я слева. Могу... На дропы едет. Let's go. Дропы где? Метку поставь. Перед кемпами, вот тут, на метке. Okay. Тачка мне, проехала. Мне чат подсказал, что это я лутал. Но я забыл, честно говоря. Да я уже понял, что это. Поехали быстрей. Так, ну мы что, стопни, посмотрим, где дропы, я не знаю, где. Да где-то спереди. Вот прямо если ехать, там где-то. А, дальше еще? Да, да, да. Я прям просто желтый поставил. Сейчас парашютист. Да, да, да. Да, да, да. Еще один. На крыше. Крышенок. Инфа? На крыше нокнулся. А мне сзади шли. А еще? Мы троих нокнули. А, сзади Винни! Он один хп, Винни! У нас нам надо быстрее сыграть Винни, АФК или че он? Где? На Винни, прямо на Винни. На Винни, мне хае греет. Он один хп. У меня тоже. Прямо на лице.
А чё свиньи? Там этот. Вовремя надо было идти. У нас уже подходит снизу. Да никто не ползи сюда, да вот они, здесь на метке уже, давай сюда. Они дропы лутать там поехали? Нет, на метке чел на ноге бегал. Да. На гору отходим. Назад. Может, он на ноге в кемп убежал обратно? Решил не подходить. Ну, вот он. Вертолет, и там один челик. Вертолет. Тачка сверху, 320. На камне чел. Нокнул его, я очень красный. И у меня еще вот тут на метке. Камень. Один за деревом, метка, лоу хп. Хорош. Одного ног справа и за камнем, я так понимаю, ага. Остался, да-да. Можно достать? Понял. Капец, я ему даю прям в хайлишко. Это турки были. Почему это... турки? Это русские. И русские. Кто там это русские? Русские. Все русские. В смысле? Реально все русские. Там Люрекс был, это турк. Ну турок, да. Стопудовый. Это не турок, это русский. Я с ним общался. Еще за что турок? Русский пацан. Подожди, как это он русский пацан? Русский. Родился так. Он футболистов играл? Нет, почему? Не играл в полис. Может, я ник перепутал? Сейчас, скорее всего. Справа машина подъезжает со стороны дропов. На дропах прямо сейчас едет. Едет влево. Кемпе дерутся. Нокнул кемп там. Фига челу вообще насрать. Это вы все по синей настреливали? На камне чел? Не знаю, говорит, родился таким. Блин, это легендарно. Он бежит справа, АФК. Ой, волки. Бежит дальше, с шотами. Главное. За камушком. Давай посмотрим его. Он дальше бежит, наверное, по дороге. А, короче, не помню. Мы с тобой, Игнат, не очень были в этом моменте. Как ты считаешь? Над нами, кстати, все еще могут люди. Здесь на синее тебя можно стрелять. Ну, не понимаю, как он живет? Че, это вот эта вот зона будет? Или вот эта вот какая-нибудь, или вот эта? Я в сейве. На, нахер. Только смог на меня положить, чтобы справа не... По мне справа начинают шить. Смог на меня нормальный, пожалуйста. Спасибо. Да не ссысь ты.
У меня смоки разных цветов, блин. Какой-то дурак. Я его прозву мистер Поливалкин. Поливает агрессивно. Ну, мы можем просто в лес сыграть. Думаешь, это хорошая идея? Ну да, отсюда. Надо, главное, машины, чтобы были. У нас пацаны на тачках подъезжали, у нас есть тачки. Можем тут остаться. Под нас, возможно, с кемпа приедут типы. Но если они нас объедут и в лес встанут, будет очень неприятно. А что Винни делает? Может, банан снова отойти надо было. Я банан рассматриваю здесь. Кого рассматриваешь? Банан здесь был нарисован, он все испортил. У нас типы на метке. У меня машина едет. Иду. Он Z-ку нажал, походу. Понял, я только слышал. Да, он едет, и его принимают. Понял, да. Минус 2. Добили двоих. Еще у него друг подъехал. Мне... Я пытаюсь. Я нокнул типа снизу. Там и на дереве там еще... Снизу. А, снизу еще одного один. Нокнули. У вас еще одного нокнули. Я не пойду убивать. Эти убили. Дерево, одно хп. Убил. А камень убили, да? Нет, камень еще есть. Камень остался. Как же я вовремя вышел, мужчина? Скажите, что... Ты молодец. Маненок был молодец. Ты просто красавчик. Ты просто вот, ну, невероятно что-то сделал сейчас. Я в восторге, что у меня такой тиммейт. Отлично. Самое главное, что ты от чистого сердца правду сказал, понимаешь? Да, конечно. А как еще? Я что, лгать тебе буду, что ли? У нас где-то еще должен быть. Он же нокнулся. Вверх уехала еще машина. Короче, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас пойду вот так вот. Не надо. И найду. Ну, мрёшь один, давай доиграем фулл сквадом. Бэкнись. Вот давай, не отговаривай меня. Да ты заколебал, блин. Вот я тебя не отговариваю, когда ты один постоянно помираешь где-то. Я не умираю один. Так, это вызов. Тачка едет на двойке. Там фулка вроде. Лево крутится просто. Как-то вот так поедет сейчас, скорее всего, в зону. На меня, что ли? Да, встали на двойке пока что. Та же самая тачка. Просто на двойке бегать с хитами. Одно хп у него. А с кемпа выехали? Не, кемп 6. А, так ну это последний, наверное. У меня тачка. Машина едет. Под меня на Z-ке. Заехали в ангар. Я умер. Одного нокнул. Плохо пойден. Внутри. Вышел за. Плохо ПВ, прям передо мной руби. Убил. Я его не вижу. Убил. Да. Короче, у меня вот здесь вот люди, если что. Я жду вашей подмоги и пока лежу.
нас всего 5 противников, мы прям фул пачкой живы, это все это. О. Я одного нокнул, а тут 4 типа. Меня рассекретили. Можно на свою просто позицию отжимать. Я тоже так думаю. Райзоны. Ну это 9, еще где-то должны быть. Это они что там, файтся с другими уже? Дерутся, вам надо играть сюда. Их нокают отсюда, на мне прямо 2 нока валяется. А, сдох один что ли? Нокнулся еще один. Я тикал. Там полтора противника походу осталось. Смок, смоке двое. Спереди кидают. Нет, у меня хорошо было. Все. Да, лично.